Лето – отличная возможность начать петь, рисовать, играть на музыкальных инструментах, танцевать и даже играть роли в театре. В учреждениях дополнительного образования вновь стартовал проект «Летняя академия». Дети и даже взрослые смогут обучиться и получить базовые знания, о которых давно мечтали, но не имели возможности посещать занятия в рабочее время. Детские школы искусств Ульяновска приглашают желающих во всех районах города на бесплатные обучающие курсы по разным направлениям творчества. Дети вместе с родителями могут научиться различным видам творчества. Например, в детской школе искусств номер 8 работает клуб любителей музыки, школа академического вокала, мастерская живописи и рисунка. В 10-й школе искусств работает школа хорового пения «Унисон», школа декоративно-прикладного творчества «Умелые руки». В детской художественной школе можно обучиться различным техникам рисования и декоративно-прикладного творчества. Афиши и расписание можно посмотреть на сайтах и в социальных сообществах школ искусств, а также на сайте Управления культуры города Ульяновска.